Накануне в Ханты-Мансийске дали старт международному телевизионному экологическому фестивалю «Спасти и сохранить». Его цель – выявление и пропаганда оригинальных подходов и творческих форм в раскрытии темы экологии в журналистике и документальном кинематографе. В этом году жюри рассмотрит почти 300 работ из 27 стран мира. Среди них Аргентина, Бразилия, Индия, Иран, Израиль, Египет и многие другие. Страной-партнером фестиваля стала Республика Беларусь. Кинематографисты из этой страны проведут для югорчан несколько творческих встреч. Кроме того, в дни фестиваля пройдет презентация Минского международного кинофестиваля «Листопад». Всем наверняка известны такие фильмы художественные, как «Буратино», «Красная шапочка», «Мы родом из детства» и многие-многие другие. Это все производство «Беларусь» фильмов. Немногие знают об этом, кстати говоря.